Ники Альбис я наблюдаюсь очень давно. Если точно, середины 90-х годов. Первый раз я познакомился с врачом, с доктором Арсеном Геригеновичем, который начал заниматься моей полостью рта. До этого я и моя семья наблюдалась в поликлинике Министерства обороны, стоматологической поликлинике, где нас абсолютно все устраивало, лечение, обслуга, отношение персонала к больным. Но по рекомендации моего друга, в первый раз я познакомился с Арсеном Геригеновичем. И вот с середины 90-х годов полостью рта занимается только он, потому что он хороший, грамотный, квалифицированный специалист. В клинике Альбис я наблюдаюсь уже полностью со своей семьей, потому что здесь очень хорошие специалисты, квалифицированные врачи, грамотные руководители. Нас здесь все полностью устраивает. Цена соответствует той проделанной работе, которую делают специалисты. Здесь новое оборудование, современные технологии. После прихода в клинику Альбис отсюда уходим со спокойной душой и знаем, что у нас в дальнейшем с нашим здоровьем ничего не случится. Если даже что-то может случиться, мы знаем, к кому можно обратиться. Что могу сказать о докторе, об Арсене Геригеновиче? Когда я к нему обращался в середине 90-х годов, он был молодой, начинающий специалист, только, наверное, недавно закончил стоматологический институт. Но со временем у него появился опыт. Самое главное то, что он к клиенту относится очень спокойно, профессионально. И поэтому у меня никогда не возникало проблемы, кому обращаться. И я очень рад, что я лечусь и наблюдаюсь в клинике Альбис. Крайний раз, когда я сюда обращался, у меня возникли большие проблемы. И моей полостью рта занимались в клинике Альбис два специалиста. Это Михаил Юрьевич Власов и Арсен Геригенович. Михаил Юрьевич Власов, он не просто хирург, стоматолог, а специалист высокой квалификации. Сначала он подготовил необходимое, чтобы потом были вживлены импланты, и после этого уже мной начал заниматься Арсен Геригенович. Михаил Юрьевич подготовил все на высшем уровне, и когда Арсен Геригенович начал заниматься в дальнейшем моей полостью рта, у него никаких не возникало проблем, так как до этого была проведена хорошая работа, сделанная Михаилом Юрьевичем. Своим друзьям я тоже рекомендовал клинику Альбис по одной простой причине, что здесь, если первый раз приходит сюда пациент, внимательно осматривают его состояние здоровья, делают план лечения и согласно плану лечения они полностью потом руководствуются и доводят дело до конца.